6 и 7 марта в Павловске пройдет большой международный праздник «Кипучая масленица». Все горожане, жители Петербурга, Павловска, Пушкина, приехавшие сюда, могут почувствовать на себе, отметить этот праздник, так как встречают ее люди разных народов. Например, будут английские бега, женщин с блинами. Мы в Англии побежали! И ваши блины, главное, чтобы не упало, а упало не страшно. Будут также обучение финским танцам. Финны очень близки к русской масленице. Пошли, пошли. И вот так у нас все начинают танцевать. Пошли, другу И будут у нас гонки холостяков в корытах. Потому как, ну а как, не женился, праздник-то такой, женихов надо, весна идет, значит, душа поет, ищи себе подругу или дружка, и кто себе подругу, дружка не найдет, вот тот у нас на этих корытах кататься и будет. Вот там и посмотрим, кто доедет, тот женится, кто не добежит, тот никогда не женится. Ну, надеюсь, дойдут все. А бублинчиком стоишь далеко. Уже, пожалуйста, масляная неделя. Блинчики на самом деле настоящий подъезд. Да только у нас, только Павловск.